Курсанты Санкт-Петербургского полицейского колледжа поздравили с 9 мая ветеранов МПВО. Праздничный концерт прошел в администрации Адмиралтейского района. На концерт пришли всего 6 ветеранов. Курсанты исполнили песни и танцы военных лет. Сценарий праздника писали самостоятельно. Готовились не потому, что мы их слишком заставили, потому что они сами проявили в основном инициативу, потому что у многих есть чувство осознания и уважение к тем людям, которые, в общем-то, воевали. Они создали сейчас концерт, сделали ребят, подготовили в виде стихов, в виде песен. Праздник, устроенный студентами, посетил и почетный житель Санкт-Петербурга, кавалер ордена Красной Звезды Григорий Юркин. Во время войны он эвакуировал людей по дороге жизни, участвовал в разминировании зданий, сражался у Пулковских высот. Вообще молодежь уделяет довольно солидное внимание. Я связан со школами, связан с учебными заведениями. Часто с ними встречались, они интересуются ветеранами, правильно делают. Самое главное, это надо быть всегда человеком, все трудности переносить, которые проходят в наше время. На глазах Григория Васильевича прошел целый век. 26 ноября этого года ему исполнится 100 лет. Курсанты полицейского колледжа уже готовят подарок.